Вот это осуждение наше. Вице-председатель ПДС Владимир Болли считает, что выходом из текущего кризиса в парламенте могут быть досрочные парламентские выборы. Радуем за то, чтобы были парламентские выборы. Безусловно, для того, чтобы очистить политический помонд от нашего парламента. Для меня очень важно, чтобы все депутаты, которые находятся на сегодняшний момент в парламенте, работали на благо своей страны. Не на себя, не на какие-то непонятные интересы, не включались в какие-то абсолютно непонятные игры. Прокомментировали депутаты и уход Ефросинии Грецу из ДПМ в Промолдову, которая является одним из авторов декларации, принятой парламентом, осуждающей политический туризм. Владимир Болли считает этот поступок выходящим за грань морали. Никита Цуркан, в свою очередь, уверен, что необходимы законодательные механизмы, которые искоренят политический туризм в парламенте. Это такое явление, которое нужно в нем ставить жирную точку с точки зрения там, принятия каких-то законодательных актов о там, запрете переходить с одной фракции в другую, выходить из партии. То есть очень простая математика. Если человек, например, выходит, переходит из партии, уходит, например, как там некоторые депутаты выходили, все очень просто. Ты оставляешь тогда мандат. Наверное, так должно это работать. Никита Цуркан считает, что антиолигархические силы в парламенте должны пытаться находить консенсус, работая на благо народа. В противном случае влияние олигархов на процесс принятия решений в стране может вернуться. Сейчас нужно вместо того, чтобы, я думаю, критиковать друг друга, нужно каким-то образом находить общие точки соприкосновения. И я тут, опять же, соглашусь, нужно делать все для того, чтобы максимально очищаться, скажем так, от олигархических тех сегментов, которые у нас сегодня есть в парламенте. В необходимости бороться с олигархами согласен и Владимир Боля, вице-председатель ПДС, на вопрос модератора о сотрудничестве с другими оппозиционными партиями в парламенте ответил так. Но мы считаем невозможным на сегодняшний момент, абсолютно невозможным, создать какую бы то либо политическую коалицию, да любого вида коалицию, с представителями партии ШОР, ни под каким видом. Есть, конечно, огромное количество вопросов и очень мало ответов касаемо вот политиков из Промолдовы. Богдан Танасов для Акчент ТВ. Мы как политические